Новый многофункциональный центр начал свою работу с первой минуты открытия. Первый талон получен, первый клиент получил справку. Просторный зал площадью около 400 квадратов, 25 рабочих окон и ребрендинг компании. МФЦ теперь называется «Мои документы». Название хоть и новое, но суть та же. Хочу отметить, что действительно и граждане оценили открытие многофункционального центра конкретно по этому адресу. Почему? Потому что это сегодня удобно. Удобство в первую очередь в расположении. Здание находится на вокзальной площади. Автобусная развязка и стоянка рядом. Так что посетить многофункциональный центр могут не только жители Слободы и Междуречья, но и центра. Однако немногие уссурийцы знают об открывшемся офисе. В новом многофункциональном центре на вокзальной площади работа кипит, а места ожидания пустуют. В то время, когда в офисе на Некрасова очереди не сокращаются. Работники Некрасовского МФЦ часть уссурийцев отправляют в новый офис для удобства самих граждан. Это разгружает поток очередей и экономит время людей. Вот сейчас нас туда отправили, потому что мы хотим девочке оформить загранпаспорт, закончился. А здесь народу много, у нас талончик 127 и 21 человек перед нами. Поедем туда паспорт получать. На сегодняшний день многофункциональный центр оказывает около 250 услуг. По адресу Тургенева, 2, работники МФЦ готовы принимать заявителей с 9 утра до 8 вечера. Номер телефона для справки 8-42-34-231-995. Дарья Колотилина и Никита Файзулин. Телемикс.